Майо Шинаван. Этот ролик развивает тему ролика за номером 217. Стихотворение из этого ролика о том, чего так не хватает человеческому племени. Об анализе предшествующих действий. Полонский Яков Петрович. Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад. Уже пожелкнувший листвою усеян синий был Ефрат. Уж райская не пела птица, над ней орел шумел крылом. И тяжело рычала львица в пещеру, загнанная львом. И озирал злой дух с презрением о добычу смерти пышный мир. И мыслил: смертным поколеньям отныне буду я кумир. И вдруг он видит, в райской сене уязвлена, омрачена, идет подобно скорбной тени им соблазненная жена. Невольно пряди кос волнистых она слегка прикрыла грудь. Уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей десницу простирая, встает злой дух, он вновь готов, ей сладкое лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, молений, робкого стыда. И что ж в очах у ней такая непримиримая вражда? Такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждала над земного прака с его минутной красотой. Грозы божественные сверкания, тех молний, что его с небес низвергли, не без содрогания в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву прополз с шипением, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познания добра и зла. Дякую.